На календаре 18 августа. 18 августа 1930 года Президиум Средневолжского краисполкома принял постановление об образовании Краевого гидрометеобюро. Согласно этому решению, все метеорологические и гидрологические подразделения из множества ведомств передавались в ведение новой службы. А еще несколько месяцев спустя был создан Средневолжский краевой гидрометеорологический комитет. Его преемником в наши дни является Приволжское УГМС. 18 августа военного 1941 года, когда в стране гремела война, актеры Куйбышевского драматического театра в свой выходной день дали спектакль-концерт. Зрители увидели пьесу Виктора Гусева «Слава». Весь сбор от этого выступления, более 8 тысяч рублей, актеры внесли в Фонд обороны страны. Ежегодно в третье воскресенье августа в нашей стране отмечается День воздушного флота России. 18 августа были рождены американский киноактер, певец, танцор и автор песен Патрик Суэйзи, вокалист немецкой пауэр-метал-группы Хэллоуин Эндри Деррис, американский киноактер Эдвард Нортон и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Евстигний Житник. В эту пору крестьяне производили специальные обряды, чтобы оградить землю от нечистой силы и чтобы следующий год был урожайным. Также по этому дню наши предки судили о том, каким будет декабрь. Такими событиями вошел в историю 18-й день августа. Удачи вам и прекрасного настроения!